на Брянщине очень активные участники голосования, приходят на свои участки, голосуют. Я тоже сегодня проголосовала. На 3 часа явка у нас составила 82%, чуть более 82%. Явка беспрецедентная. Мы можем сравнить с кампанией по выборам президента. Общероссийское голосование набирает больше явку. Также наблюдатели очень активны, они нам помогают. Нарушений пока не зафиксировано, в избирательную комиссию жалоб не поступало. Нештатных ситуаций на участках не выявлено, сообщений таких не поступало в избирательную комиссию. Комплекс обработки избирательных бюллетеней работают исправно. На территории Брянской области у нас установлено 84 КАИБа, все они используются, голосуют в КАИБе участники голосования очень успешно. Есть районы, лидеры? У нас по-прежнему остаются Злынка, Гордеевка, Климовский район. Такие поменьше райончики. Город отстает, немного город. Все-таки участники голосования в городе приходят попозже голосовать. Очень много подано заявок голосования на дому, то есть вне помещения для голосования. До 5 часов мы их принимали. На дому проголосовало более 25% участников голосования от 82%. После 8 часов члены участковых комиссий примутся за подсчет голосов. И я считаю, что утром мы уже узнаем и результат, и явку по Брянской области.